К другим темам. В шведском городе Эскильстуна подожгли мечеть. Инцидент произошел на Рождество. Первый этаж здания полыхал больше 2 часов. В этот момент в храме находилось около 20 человек. 2 человек госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Столько же получили ссадины, еще у одного перелом конечности. По мнению шведских полицейских, речь идет о поджоге. Свидетели видели у входа подозрительного человека с бутылкой, в которой, возможно, была горючая смесь. Мечеть, расположенную в нижнем этаже жилого дома, посещают в основном выходцы из Сомали. Как отмечают мировые информагентства, инцидент произошел на фоне активных выступлений правой партии «Шведские демократы» против мигрантов. Представители политической организации требуют сократить квоты на предоставление убежища в стране на 90%.